Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. Я с вами, отец Якуб. Сегодня торжество Богоявления. 3 часа дня начинаем нашу молитву венчиком Божьего милосердия. Читаем также святой Розарий, особый день молитвы за всех тех, кто еще Иисуса не знает, кто к Нему идет, как символически сегодня видим в волхвах из Востока. Помним также, что сегодня первая пятница месяца нового 2023 года. И об этом напоминает нам также святая слова святой сестры Фаустины под номером 1467. 7 января 1938 года отметилось следующее. Первая пятница месяца. Утром во время святой мессы я краткое время видела страдающего Спасителя. Что меня поразило, так это то, что Иисус в этих страданиях, в страшных страданиях, был очень спокоен. Я поняла, что это для меня пример того, как я должна себя вести в разных страданиях. Интересная вещь, что в это рождественское время Фаустина видит уже страдающего Господа, видит его в особых, особо страшных страданиях и чувствует, что это должно быть для нее примером, как сама должна вести себя в течение наступившего года, 38-й год, последний год ее жизни. И мы сегодня всматриваемся в Иисуса, который принимает волхвов, можно себе так сказать, святое семейство, в котором гости приходят. Мы учимся гостеприимства, во-первых, учимся также того, как принимать другого человека, совершенно различно, не такого, как мы. Но и с другой стороны, раз первая пятница месяца, учимся также, как переносить, как вступать, как быть, как пройти через моменты, которые нам не особо будут нравиться в новом году. Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя за дар Твоей любви и милосердия, который разливаешь постоянно на нас через пресвятые дары. Славим и благодарим Тебя за то, что это особый сегодняшний праздник. Мы можем созерцать в Тебе только что рожденным Бога ставшего человеком. За Богоявление, за то, что Ты явился людям, славим и благодарим Тебя. За то, что явился не только избранному народу, одному особенному, только явился всем, тем, которые из различных частей мира пришли и будут приходить к Тебе, чтобы в Тебе увидеть Бога, Царя, человека. Славим и благодарим Тебя за то, что Ты
не сокрыл своего божества, любви, милосердия перед людьми, только открыл ее и излил в обилии благодати на всех. Вот сегодня приносим Тебе, Господи, особым образом тех, которые еще Тебе не нашли, тех, у которых звезда ведет к Тебе, которые при помощи света своего разума или, может, помощи людей идут к Тебе. Сначала, может быть, еще во мраке, но скоро свет появится в их жизни. Но также приносим Тебе всех тех, которые Тебе не ищут, может, от Тебя отпали. Может, как-то неважно для них стало то, кем Ты являешься, и поиски Тебе. Приносим Тебя, Господи, сегодня всех тех, кто служит и провозглашает Евангелие, миссии миссионеров. Просим Тебя от тех, кто далеко от своих близких, занимается проповедью Благой Вести. Веряем Тебя, Господи, также молодое поколение, молодежь, которая здесь собирается, Лурдской Божьей Матери. Просим также за тех молодых людей, которые связаны с нашей общиной Божьего милосердия. Просим за брата Алексея, брата Романа. Счастливым пути до них. Просим за брата Андрея, Андрея, Артема, брата Александра. Веряем Тебя, Господи, также всех наших близких молодых людей, детей и внуков. Господи, дай им радость в христианской жизни. Также веряем Тебе все остальные наши интенции. Просим за тех, кто отмечает сегодня свои именины или день рождения. Просим за отца Бальтазара, который уже столько лет служит в России, в различных местах, приходах. Сегодня отмечает свои именины. Просим также об исцелении Лены, Людмилы, Марии, Антонины. Сохрани, Господи, защищай в ежедневности. Просим здоровья и опеки Божьей Матери для Патрисы, Кристина, Ангелины, Евгении, Степана. Просим о даре телесного исцеления для Ольги, Марии и Вадима. За маленькую Сашу, вере для родителей, ее исцеление и крещение. Пошли им, Господи, Твою благодать. За усопшего папу Бенедикта XVI. Просим, Господи, о Твоем милосердии для семьи Софии. Молим Тебя, Господи, помоги Эдгару, брату Софии, в решении проблем с документами. Не оставь его, Господи. Просим о здоровье для отца Петра, о Божьем благословении для его прихода, молитвенной группы. Господи, благослови семью Софии и Инессы, даруй им Твою благодать. И милосердие укрепи их вере, даруй им надежду. Просим за Илью, Романа, Женю, Игоря. И, Господи, защити от всех опасностей. Господи, благослови семьи маленькой Оли. Помогай им каждого дня. Пошли Духа Твоего. И садилась, чтобы их было сильно Богом. Просим за всех, кто просил нас о молитве за нашу общину во всех интенциях, всех, кто молится 24 часа. Веряем Тебя, Господи, всех тех, кто сегодня входит в праздник Твоего Рождества, братьев и сестер восточных церквей, которые скоро, может быть, приступят к сочельнику и радости Рождества. Господи, милосердный Иисусе, пошли Твою благодать, Божие милосердие для Ани. Благослови ей, дай исцеление и здоровье ее маме Адвиге. Просим за все ее молитвы, интенции, труды ее. Помоги, услышь ее, Господи. За всех братьев и сестер общины Божьего милосердия. Пускай всегда соединяет нас любовь и вера в Бога. Пусть она будет наполнена также добрыми делами. Делами милосердия.
Просим, Господи, об истинной вере для нас, наших близких, наших детей. Веряем Тебе викторию, дай, Господи, здоровье души и тела. Веряем Тебя, Господи, кардинала Яниса Пуяца, крепи его, Господи. Просим, Господи, о здоровье, освобождение от всякого зла для Алены Юрченко. Просим за Вадима Галкина и его семью, дари выход из материального тяжелого положения. За обращение просим Владислава Федорова о восстановлении отношений между Вадимом и Аленой. Умножай, Господи, укрепляй нашу веру, помилуй нас грешных. Господи, просим Тебя за отца Якуба, Петра Кушмана, отца Дарюша Бьялка. Господи, просим, чтобы их служение приумножило верующих в Бога. Послай им, Господи, добрых людей, которые им помогут. Храни, Господи, от всякого зла. Просим за всех путешествующих, просим за всех тех, кто в эти дни возвращается домой после отпусков, просим, дай им все счастливо вернуться домой. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Туда придет судить живых и мертвых, верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру.
Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего, Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Блаженный отец Михаил Сапочко, молись о нас. Души усопших верных по милосердию Божьему да упокоятся в мире. Аминь. Продолжим нашу молитву, читая Святой Розарий. Веряем Господу все наши молитвы, интенции, просьбы, все, чем наполнена наша жизнь. Господи, просим Тебя, выслушай, благослови, успокой, защити от всякого зла. Просим Тебя, Господи, также за наши приходы, наши общины. Веряем Тебя, Господи, все наступающее время, рабочее время. Дай нам, Господи, остаться верными и всегда следовать той, тем знаком, тем словам, которые Ты к нам направляешь. Читаем пятницу, читаем тайны скорбные святого Розария. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Туда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен чрево твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою,
Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И тайны скорбные святого Розария читаем, как обычно, первую часть, каждый индивидуально вторую часть. Первая скорбная тайна молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами. Благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая скорбная тайна бичевания. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога нас, к тебе прибегающему, Иисус, прости нам наши прегрешения. Спав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в твоем милосердии. Третья. Скорбная тайна возложения терного венца. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога нас, к тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в твоем милосердии. Четвертая скорбная тайна – крестный путь. Божьему милосердию припоручаем всех, чья жизнь приближается к концу. За всех умирающих. Просим также о Царстве Небесном для не усопшего недавно Тадеуша Матуш. Просим Божьего милосердия для семьи Галины. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, Господь с тобой. Ты между твоей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая скорбная тайна смерти Иисуса Христа на кресте. Просим за всех усопших, близких, родных, дорогих нашему сердцу. Просим, Господи, за всех погибших, за усопших прихожан, священнослужителей, монашествующих, просим за. Также всех усопших, бездомных, одиноких, брошенных. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. И в эту первую пятницу месяца Нового года давайте прочитаем летанию Святейшему Сердцу Иисуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, внемли нам, Христе, услышь нас, Отче Небесный, Боже, помилуй нас, Сын Искупитель мира, Боже, помилуй нас. Дух Святой, Боже, помилуй нас, Пресвятая Троица, Единый, Боже, помилуй нас. Сердце Иисуса, Сына Отца Предвечного, помилуй нас. Сердце Иисуса в лоне Девы Матери, от Духа Святого зачатой, помилуй нас. Сердце Иисуса с Богом Словом, по существу соединенное, помилуй нас. Сердце Иисуса, величие бесконечное, помилуй нас. Сердце Иисуса, святой храм Божий, помилуй нас. Сердце Иисуса, обитель Всевышнего, помилуй нас. Сердце Иисуса, дом Божий, врата небесные, помилуй нас. Сердце Иисуса, очаг любви пылающий, помилуй нас. Сердце Иисуса, правды и любви, вместилище, помилуй нас. Сердце Иисуса, благости, любви, исполненное, помилуй нас. Сердце Иисуса, глубина всех добродетелей, помилуй нас. Сердце Иисуса, всякой хвалы достойное, помилуй нас. Сердце Иисуса, всех сердец, царь и единение, помилуй нас. Сердце Иисуса, в котором сокровища мудрости и познания, помилуй нас. Сердце Иисуса, в котором обитает вся полнота Божества, помилуй нас. Сердце Иисуса, в котором отчие благоволение, помилуй нас. Сердце Иисуса, от полноты которого все мы приняли, помилуй нас. Сердце Иисуса, вечный высот желаний, помилуй нас. Сердце Иисуса, терпливое и многомилостивое, помилуй нас. Сердце Иисуса, щедрое ко всем Тебе призывающим, помилуй нас. Сердце Иисуса, источник жизни и святости, помилуй нас. Сердце Иисуса, за грехи наши умилостивление, помилуй нас. Сердце Иисуса, оскорблениями нашими преисполненное, помилуй нас. Сердце Иисуса, за злодеяниями нашими израненное, помилуй нас. Сердце Иисуса, даже до смерти послушное, помилуй нас. Сердце Иисуса, копьем пронзенное, помилуй нас. Сердце Иисуса, источник всякого утешения, помилуй нас. Сердце Иисуса, жизнь наша и воскресение, помилуй нас. Сердце Иисуса, покой наше и примирение, помилуй нас. Сердце Иисуса, жертва за грехи наши, помилуй нас. Сердце Иисуса, спасение на Тебя уповающих, помилуй нас. Сердце Иисуса, упование в Тебе умирающих, помилуй нас. Сердце Иисуса, счастье всех святых, помилуй нас. Гнец Божий, берущий на Себя грехи мира, прости нас, Господи. Гнец Божий, берущий на Себя грехи мира, услышь нас, Господи. Гнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, Господи. Иисус, кроткий и смиренный сердцем, сотвори сердца наши, подобными сердцу Твоему, помолимся. Всемогущий вечный Боже, воззри на сердце Твоего возлюбленного Сына и на хвалу и удовлетворение им, принесенные Тебе за грешников, и милостиво даруй прощение грехов, уповающим на Твое милосердие. Просим Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. И прочитаем молитву посвящения человечества Святейшему Сердцу Иисуса. О Иисус, милосердный Искупитель человеческого рода, милостиво воззри на нас с глубоким смирением, преподающих к Твоему престолу. Мы Твои, хотим быть Твоими. Желая все же еще теснее соединиться с Тобою, каждый из нас сегодня посвящает себе добровольно Святейшему Сердцу Твоему. Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Сжалься над теми и другими, о благой Иисус, и привлеки всех к Святому Сердцу Твоему. Будь Царем, Господи, не только верных, никогда не оставлявших Тебя, но и блудных сынов, ушедших от Тебя. Приведи их скоро в отчий дом, да не погибнут от духовной нищеты и голода. Будь царями тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разделило разногласия, приведи их обратно к полноте истины и к единству в вере.
Да будет скоро одно стадо и один пастырь. Также и всех Тебя еще не знающих приведи в семью верующих. Даруй, Господи, Церкви Твоей полное процветание и свободу, даруй всем народам жить в мире и согласии, чтобы со всех концов вселенной звучало единогласно слава Божественному Сердцу, через которого нам дано спасение, слава Ему и честь во веки веков. Аминь. Дорогие мои братья и сестры во Христе, вам большое спасибо за совместную молитву. И завтра у нас суббота, и это первая суббота нового месяца, месяца января, конечно, и нового года. Может, стоит подумать, чтобы в новом году вот, уделить внимание богослужению первых пяти суббот месяца, особым образом молясь о мире и примирении между народами, о прекращении кровопролития, о чем всегда о чем говорила детишкам Фатиме Богородица. А мы продолжаем молиться. Завтра у нас в 10 часов утра святая месса, как обычно по субботам, а в 3 венчик и святой Розарий. Община наша 24 часа возносит молитвы о мире и примирении между народами. Также молимся взаимно за членов, братьев и сестер нашей общины, и кто поручен нашим молитвам. И попросим, чтобы Господь благословил нас сейчас пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим в поклонении, древняя уста упраздняется, наша вера восполняет чувством недоступное. И родители, рожденные вышних, возвеличатся, им держава, честь и слава, им благодарение, исходящие от обоих, с ними да прославится. Аминь. Помолимся. Боже, пасхальной тайной Христа, Ты искупил все человечество, удостой нас, вкушающих Твоего милосердия, неустанно прославлять тайну нашего спасения и сподобиться участию Его Царства через Христа нашего. Да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу, слава, да будет слава, да будет слава и честь, да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу. Слава, да, слава, да будет слава и честь, да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу, слава, слава, да будет слава и честь.